пятницу и выходные госавтоинспекция уделит внимание профилактике нарушений скоростных ограничений и обгонов. Очередной единый день безопасности дорожного движения пройдет 30 июня под девизом «Набирая скорость, не останови жизнь». Проводимые мероприятия направлены на профилактику ДТП из-за выезда на полосу встречного движения и нарушений скоростных режимов. Сотрудники госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия для водителей, встречи в трудовых коллективах, во время которых напомнят о правилах обгона и выбора безопасной скорости движения, о последствиях ДТП и ответственности, а также проконтролируют соблюдение правил дорожного движения. Проблема превышения скорости стоит на особом контроле, ведь причиной каждого седьмого происшествия по вине водителей становится непосредственно несоблюдение скоростного режима. На выбор безопасной скорости влияет все – дорожное покрытие, обзорность и видимость дороги, состояние и мощность автомобиля, плотность потока, погодные условия и многое другое. ГАИ призывает водителей отказаться от совершения рискованных маневров, не выезжать без крайней необходимости на полосу встречного движения, выбирать сдержанный стиль вождения и безопасную скорость в соответствии с погодными условиями и складывающейся дорожной обстановкой. Будьте внимательны и собраны, не отвлекайтесь во время движения, берегите себя и окружающих.